Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Лиса и рак. Русская сказка. Лиса и рак стоят вместе и говорят промеж себя. Лиса говорит раку: «Давай с тобой перегоняться, рак». «Ну что ж, лиса, ну давай». Зачали перегоняться. Лишь лиса побежала, рак уцепился лисе за хвост. Лиса до места добежала, а рак не отцепляется. Лиса обернулась посмотреть, вильнула хвостом. Рак отцепился и говорит: «А я давно уж жду тебя тут». Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.